Михаил выступил на чемпионате Европы по джиу-джитсу, завоевал золотую медаль. Расскажи, как это было? Ну, по пути к победе было 3 схватки с серьезными соперниками. Первая схватка с испанцем недостаточно, ну, не вызвала столько как бы сил, напряжения. Вторая схватка была за выход в финал с поляком. Как бы уже более серьезный соперник, пришлось, то есть, попотеть. А в финале была принципиальная схватка с французом. То есть победа досталась очень, ну, тяжело. Но все-таки я победил. А скажи, что для тебя вот эта золотая медаль, именно золотая европейская медаль? Тебя, насколько я знаю, она первая. Да, именно золотая первая медаль, как бы, и, ну, стремился всегда, все время настроен на победу, и в этот раз удалось мне, ну, победить. Очень много значит для меня первое золото. И расскажи еще, это был отбор, не отбор, а какие-то тебе рейтинговые очки принесло, для чего? Да, будут всемирные игры в октябре боевых искусств в Санкт-Петербурге. И, то есть, благодаря выигрышу вот на чемпионате Европы, я попал туда, как бы, и буду участвовать, представлять сборную России на этих играх.